Поверхность зернистая, зернистая. Во рту такая крупиночка, достаточно жесткая, и до конца она идет. Вот. И масса такая, даже не масса, скорее всего, жидкая сметанка во рту с крупиночкой. Вот. Хорошо, что он хрустит вот до конца, и во рту яркая побелка, прям вкус ярко-побелочный. Мне кажется, он на мокром виде будет неплохо хрустеть этот мелок. Плотный мелочек. Жирненький, как будто сливок попила. Половина грыла, никаких проблем нет. Сейчас долго жевала, и появились сладковатые нотки. Садись в конце.
Менталчик нежный, паста сливочная. Уголь прикольно хрустит на зубах. На вкус, как я сказала, уже нет никакого. Так, было сливочно, вкусно, пыльно. Сейчас давайте попробуем в сыром виде кусочек. Вот эту жирную сметанку. Со вкусом свежей побелки, насыщенная. Вроде влажный, суховатый немножко внутри. Быстро как впитал в себя. Достала сухой кусочек показать. Тяжеленький молочек. Ракушка. Вам, наверное, не видно. Вот он, твердая, острая. Молочек тверденький. Какой у него яркий вкус пищи бумаги. Прям бумага. Разжевывается массу с крупинкой, хрустящей до конца. Хрустит. Откусить на ракушку здесь.
Смотри, кусочек. Взяла другой кусочек. Невозможно грызть. Хрустит хорошо. Я думаю, очень понравится любителям незалипающих блин, такие как Апал, Закат, Уральская. Самое то. У нее есть, кстати, вкус сырости земли. Особенно на мокром будет хорошо это прослеживаться. Зашипела, кстати, расслаивается немного. Если не видно, конечно, потом покажу. Как уральская расслаивается. И разжевывается крупиночка до конца, мелкая. Легкий мелок, достаточно мягкий, легко откусить. И во рту быстро тает, и я оставляю крупиночку, такую нежную. И вкус у него такой, на классический похожий вкус бумаги, типографии, вот что-то есть. Нотки кальция есть, после вкуса. Thank you.
жирненький мелочек. Вкусный, так переваляем. Рожки сейчас уберу. Наверное, я одна только не снимала видео с крошкой. По-моему, уже все девочки снимали. Вот такая панировка. Скажу, чем пахнет. Это сырой подвал и картошка пыльная, мокрая картошка. Обалденный запах.